сопротивлению присоединяется столько людей, что я уже сбился со счета. Верь, скоро мы освободим Хадсон и остановим Иоанна Сида. Он вернется в новом обличье. Это вопрос времени. Ты умрешь молодым или стариком. Все зависит от того, раскроешь ли ты свое сердце для любви. Надеюсь, ты услышишь мои слова. Я хочу, чтобы ты дожил до седины в раю, как мы и планировали. Я люблю тебя, брат. Люблю. Спасибо тебе. Привет. Thank you.
Черт! Алло! Это не... Черт! Алло! Thank you.
Самолет должны были забрать на ранчо Иоанна. Там находится единственный подходящий аэродром. Знаю, что многого прошу, но я в отчаянии. Мне было плевать на Фолс Энд, пока ты его нам не вернул. Так бы целый день не играл. Жить в городе — это совсем не для меня. Попробуй эту игру. Башню снесет напрочь. Ого, тут можно свои уровни делать. Рад тебя видеть. Ниже.
что хотят. Со мной было так же. Знаешь, зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не... Не знаю, что бы мы делали без самолета. Thank you.
направляется к северу от аэродрома. Избавься от них, пока они на земле. Заправляется к северу от аэродрома. Избавься от них, пока они на земле. Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось! Получилось, спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Знаешь, первый раз за долгое время... Мне хоть немного повезло. Сраные дымчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот.
Мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ким, не выходи, пока я не вернусь!
дураки, но я раскалю их до бела. Ким дома? Позаботься о ней, дружище. Thank you.
Ну же, Ким, погнали! Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким! Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж... Похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч из Санденс. Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. Начнем охоту.
Они бились достойно. Проще будет всадить в него пулю. Не смей перечить воле отца. Иоанн ждет. Хочет услышать его исповедь. Прямо на пол. А потом была только боль. Снова боль, и снова, и снова. И когда я подумал, что не смогу больше терпеть, я смог. Что-то внутри меня освободилось. Я больше не был напуган, я был чист. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать только «Да». И всю свою жизнь я искал новые поводы сказать «Да». Я испытывал свое тело по сантиметру в тщетных попытках унять свою боль. Но Иосиф показал мне, каким эгоистом я был. Только получал, только брал. Лучший дар — тот, что ты отдаешь, а не берешь. Но здесь нужна смелость. Смелость признать свой грех. Вживить его в свою плоть и нести это бремя. А когда настанет час искупления, когда ты начнешь смиряться, вырезать, словно опухоль, и показать, чтобы видели все. Это и есть смелость. Я научу вас смелости. Научу вас, как сказать «да». И победить свои слабости, победить свой грех. Вы пересечете море боли и будете свободны. Ведь таков единственный путь к искуплению. Ну, с кого начнем? Силу слова. Да.
скоро вернусь.